Инженер одного из волгоградских медучреждений попался на взятки. Мужчину подозревают в совершении коррупционного преступления. Возбуждено уголовное дело. В конце июля госучреждение, где работал подозреваемый и одна из центральных районных больниц области, заключили договор о пожертвованиях денежных средств на капитальный ремонт отделения. Подрядчиком выступила коммерческая строительная фирма. Во время выполнения работ инженер потребовал от учредителя организации 100 тысяч рублей за согласование актов и оплаты. Подозреваемого задержали с поличным. Операцию провели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД.